Калмыкии стартовал международный фестиваль креативных индустрий «Глокализация». О программе мероприятия сегодня рассказали организаторы на встрече с журналистами. По словам Эллы Манжеевой, проект позволит любому желающему освоить азы творческих профессий. В течение 4 дней на базе различных культурных площадок степной столицы будут работать лаборатории по следующим направлениям: фотография, стрит-арт, медиа, дизайн, музыка, анимация. Также приглашенные гости проведут открытые лекции по заявленным темам. Принять участие может любой желающий. Достаточно заполнить анкету на официальной странице в социальных сетях Национального фонда «Наследие Бумбы». Главная цель фестиваля – с помощью современных креативных индустрий рассказать о культуре Калмыкии. Идея основная фестиваля заключается в том, что специалисты, которые себя как-то уже проявили в индустрии, приезжают в Калмыкию. В данном случае в Калмыкию, это может быть абсолютно любой регион. И именно опираясь на эту традицию, культуру и энергию, создают некое произведение. Также есть параллельно лаборатории, в которых будет происходить работа в течение этих дней. И 14 числа мы увидим результат. Результат, он будет очень живой, потому что у нас нет никакой цели делать какой-то финальный продукт. Это все главное, наверное, просто максимально погрузиться в процесс, чтобы возникла эта коллаборация между местными художниками, я назову художники в широком понимании этого слова, да, и с экспертами, для того, чтобы они вместе что-то сделали. И вот то, что они сделают, и будет продуктом. Скорее всего, здесь процесс важен, но для того, чтобы вообще понять все этапы производства, вот я всегда за какой-то конкретный результат, то, что можно потрогать, увидеть, да, 14 числа они представят свои работы.